Всем привет! Это видео по подарке для тех людей, у которых все есть, и вы не знаете, что им подарить. Как вариант, можно взять и подарить им газету от дня и года их рождения. Это будет лучшее, что можно подарить. Ну, скажем так, не кисточку для пупка, но все-таки. При условии, конечно, что хороший подарок должен быть нож. А фирма Венгер уже закрылась, поэтому подарок без это. Теперь можно немного пованговать, и к 2030 году можно будет сделать новый стартап и дарить людям приставку Денди. Где-то к 35 году можно будет уже Sega Mega Drive 2 организовать в качестве подарка. Ну а к 2040 году люди уже достаточно подрастут для того, чтобы иметь PSP либо Game Boy приставку. Поэтому в будущем, я думаю, это будет актуально. Такие переносные приставки карманные, которые были когда-то в 2000-м очень популярны. В общем, как-то так. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.